Спортивно-оздоровительный лагерь «Буревестник» Елабужского института стал не только площадкой для занятий и интересного времяпрепровождения, но и отправной точкой для путешествий в города Татарстана, где ребята посещали объекты культурно-исторического наследия, музеи, побывали на экскурсиях. Насыщенная программа была тесно переплетена и с творческими мероприятиями. Вы были в гостях в Республике Татарстан, и ваше знакомство с Россией во многом началось именно с нашей многонациональной республики. Были отряды, которые были в Оренбурге, и в Екатеринбурге, и в Удмуртии. И все эти ребята стали большими гостями у Российской Федерации. Елабужский, Набережно-Челнинский институт и КФУ «Технопарк» в сфере высоких технологий, IT-парк, дом-музей Ивана Шишкина, музей истории и памяти, кондитерское производство, учебные лаборатории, занятия по программированию, изучение культурно-исторического наследия и первый в жизни сабандуй – это лишь малая часть того, с чем познакомились школьники с ДНР. Это мой первый лагерь, мне очень понравилось. Город прекрасный, я познакомилась со многими ребятами, мне очень понравилось. Вожатые, классные, все очень хорошо. Очень рада, то, что я смогла приехать в лагерь. Здесь безумно красиво. Я познакомилась с безумно интересными людьми. Я не знаю, они внесли огромный вклад в мою жизнь. Я буду их очень ценить, любить и помнить о них всегда. Мы приехали сюда с детьми, хотели, чтобы дети немножко отдохнули от той обстановки, которая там происходит сейчас, чтобы они узнали что-то новое. И детям очень понравилось занятия, экскурсии. Они были очень рады тому общению, которое вожатые для них приготовили. Все были в восторге. Мы очень благодарны. За 10 дней дети успели не только познакомиться с историей и культурой России и Татарстана, но и подружиться с людьми, которые всегда ждут их в Казанском федеральном университете. Елизавета Никитина, Айдар Нурмиев, Универньюз.